Да, привет, Жень, Евгений, привет, Евгений. Значит, ты в проекте «Формулы денег». Расскажи, пожалуйста, о своих результатах. Вот, какой период времени ты здесь, сколько заработал. Вот. Ну, вообще так, вкратце, в чем главные фишки и секреты этого проекта? Ну, давай попробую рассказать. В проект я зашел 29 января. Зашел в самом начале, скажем, этого проекта. Смотри, я сразу по ходу буду уточнять. Вот у тебя сейчас мы находимся в твоем личном кабинете, и здесь написано «активный до 28 января 2014», да? То есть ты на год проплатил свой офис. Получается, 28 января ты зарегился. Ну да, 28-го я зарегистрировался, проплатил офис, проплатил там, значит, абонентская плата годовая $49. Это единственный расход, вот, то, что мы делаем в этом проекте. Ну да, которые деньги идут в компанию. Да, которые деньги идут в компанию, это единственные расходы. И вообще единственные расходы. Так, ну смотри, а на сколько столов ты как бы заходил? Это же тоже инвестиция. Ну, заходил я, скажем, на 2 стола, потому что изначально планировались там маленькие столы. Но потом эти маленькие столы убрали. Ну я понял, сделали ограничение, то есть люди могут войти только сразу на 250, а на 500. То есть дабы отсеять тех людей, которые, ну так скажем, не серьезно настроены на бизнес. Да? Ну что такое инвестиция в $250? То есть это вообще копейки на самом деле для бизнеса. Согласен? Да. Так, но были еще матрицы на $25. А на $25 как бы люди заходят и потом, ну неинтересно. И как бы терять $25 тоже не жалко. Поэтому решили убрать, чтобы люди как бы уже платили $250 и было уже, как бы сказать, интереснее поработать. Ну смотри, главная как бы фишка, да, вот ты зашел на матрицу, ну хорошо, это все понятно. А вот расскажи более подробно об автоквалификации, автоочередь. Ну я когда зашел в этот, значит, сайт и сама программа еще как бы готовились. Вот. Готовились рекламные ролики, готовилась сама система, вот эта автоквалификация доводилась до ума. И поэтому она стартанула уже в конце февраля. В конце февраля. Вот. И поэтому я зарегистрировался, и в принципе никакого движения не было. И движение началось только уже где-то в конце. Где-то числа 25-го, как раз когда и я тоже зарегистрировался в проект. 25 февраля. 25-го движения какие-то начались уже там. То есть уже народ начал заходить. То есть предварительно там делали мотивацию людям. Да, набралась первая группа там из 30 человек, потом 60, потом 100 и так далее, да? Поэтапно приглашали топ-лидеров, скажем, нашей современности, которые умеют структуры строить. И все. И таким образом вот, значит, зашло в самый верх, это 255 лидеров, которые могут структуру строить тысячные, десятитысячные, стотысячные. Вот, и которые, скажем, в настоящее время это они помогают, значит, той команде, которая отстает. Да, и смотри. На глубину. Да, Жень, смотри, какой момент хотел уточнить. То есть эти лидеры, да, в числе и тоже мы входим, то есть мы не можем приглашать больше 2 человек, правильно? Лично. То есть всех остальных людей, которые, ну мы же тоже приходим с командами, естественно, и все, многие лидеры, которые наверху, они приходят с командами, они уже своих людей ставят в глубину, да, то есть помогают людям тоже пригласить по 2 реферала, правильно же? Да, то есть здесь как бы сама суть на что настроена, чтобы команда твоя, люди твои приглашенные зарабатывали. Да, то есть не чтобы зарабатывал топ-лидер, правильно? Не чтобы зарабатывал топ-лидер один, да, а чтобы зарабатывали все. Чтобы зарабатывали все. Это вообще подход всей команды, и вся команда работает, скажем, на, вернее, топ-лидеры работают на всю команду, то есть помогают, ставят людей, регистрируют. Это не обязательно, что я пригласил человека, и этот человек ко мне в команду идет. Он идет просто на то место,
которая будет свободная. Понял. Ну, давай теперь о деньгах поговорим. Смотри, вложил ты $250. Поначалу движение не очень пошло, да? Потом, там, в течение 2-3 дней ты уже начал получать подарки. За сколько ты заработал $13,500? За какой-то период времени? Я нашел на 250, то на 500 вошел я. Вот. Движения никакого не было, я уже говорил, да? То есть, как бы это было запланировано, никого не приглашать. А только формировался лидерский состав, скажем, актив, верхушка. Вот. Поэтому все стояло. Потом, когда уже официально объявили старты, когда запустили рекламные ролики, тогда уже движение пошло. Вот у меня первая матрица, она закрылась 25 числа. То есть вот с 25 числа и 25 февраля по 8 марта получился, скажем, доход $13,500. И, скажем, реинвест составил $5,250. То есть чистый доход это $8,250 вот за такой короткий промежуток времени. Это вообще впервые в твоей карьере как бы сетевика, интернет-предпринимателя получились такие доходы? Конечно, за впервые. Такой короткий период времени, да? Да. То есть я увидел, что система действительно работает, правда, ее еще по ходу работы, там какие-то новшества еще вводятся, но все вводится для улучшения работы. То есть это мы сами прям даже наблюдаем, чтобы, скажем, наш кабинет был удобный, скажем так, да, чтобы было все понятно и ясно, даже, скажем, тем людям, которые, скажем, только зашли, да, в проекты, которые, у которых это первый проект, здесь настолько доступно и просто, что, ну, просто, ну, одно удовольствие сидеть там и, значит, в бэк-офисе смотреть там, что происходит, какие перемены. Если, допустим, приходят деньги, то тут тебе приходит прям смс-сообщение, что тебе пришли там, допустим, там до $250, $100,000. То есть вообще прикольно, здорово. Да, и смотри, какой момент еще хотел тоже уточнить, то есть, что мне тоже здесь понравилось. Деньги аккумулируются среди участников. То есть, ну, обычно, да, в MLM-компаниях 50% забирает себе сама компания, 50% она отдает в сеть. Здесь 100% денег аккумулируются между партнерами. То есть, почему, да, такие большие, в принципе, чеки. И еще какой момент, да, смотри, ты встаешь в матрицу, грубо говоря, под тебя, когда регистрируют два человека, они встают в очередь, то есть, третий человек, который уже идет вниз, он фактически тебе, ну, как бы, возвращает те деньги, которые ты инвестировал. То есть, грубо говоря, три человека, и все, ты уже отбиваешь свои первые, как бы, вложенные деньги. То есть, вот это меня тоже порадовало. Да, в течение недели, скажем, закрывается матрица. Это может быть на 250, это может быть на 500, это может быть на 1000 матриц. Здесь я даже пока, как бы сказать, точно не могу объяснить, по какой причине это происходит. У меня первая матрица закрылась на $500. Ну понял, ну да, там сама система уже распределяет. Ясно. То есть смотри, у тебя уже закрылась матрица на 250, на 500, на 1000. Сейчас ты зашел в серебро. Вот. И у тебя уже, получается, там пошел второй круг. Опять матрицы на 250, на 500, на 1000. Вот. И, ну что, соответственно, все работает, все движется. То есть процесс, как говорится, уже не остановить. Вот. Мы первые, получается, на этом рынке. То есть это новый тренд. Вот, и какой еще момент тоже хотел уточнить. То есть нету реферальных ссылок, есть одна ссылка на нашу рабочую группу, правильно? То есть мы пиарим нашу одну группу, где все люди встают в одну очередь. Вот, и тот человек, который встал в очередь, он может подождать, пока под ним будут два реферала, которые готовы будут проплатиться. И только после этого у него есть возможность в течение суток тоже войти в проект. Ну и если он этого не делает, то он, естественно, падает вниз. Вот, то есть таким образом, как бы у него создается чувство потери, и по-любому он регистрируется, и потом уже люди идут под него, два реферала. То есть таким образом строятся миллионные структуры. Вот, ну, в общем-то, все работает. Вот, просто есть уже конкретные примеры. Да, Дона Файла. Именно так они тоже построили миллионную организацию.
Вот. Ну что, есть, наверное, еще, может, что-то добавить хотел в конце, Жень? Мы уже это, в принципе, затянули уже с интервью немного. Основные фишки, конечно, могу перечислить, но самое главное, это то, что здесь есть автоквалификация, которая, скажем, это живая очередь, которая позволяет человеку получить двух рефералов, даже если он сам не пригласил. Угу. Да, и еще, Женек, знаешь, сейчас вспомнил. Страх у людей убирается. То есть здесь по-любому человек... 100% согласен. Деньги, да. Еще это смотри, какой момент, извини, перебью его сейчас, пока не забыл. То, что... Представляешь, забыл, мысля вылетела. вспомнил. То есть смотри, у многих компаний и, соответственно, дистрибьюторов, которые регистрируются, да, непонятные хайпы, там какие-то там, естественно, там пирамиды, если есть, да, вот, проблемы с выводом денег. Вот смотри, вот это вообще надо просто отметить, то, что у нас проблем с выводом денег нет. Почему? Потому что мы отправляем подарки на счета там других людей, да, то есть на Сбербанк, на Связной, на Кукурузу, там, на Яндекс, на Вебмани. То есть как человеку удобно, да, ты ему звонишь, спрашиваешь, как тебе удобно получить деньги. Все, отправил, он все получает там со своей карты. То есть вообще проблем нет. Согласен, это вообще фишка офигенная. Вот это самый главный момент вообще во всех проектах в интернете. То есть если нету вывода денег, то тогда и проект как бы не стоит продвигать, начинать в нем заниматься, работать и так далее. А здесь, скажем, подарки отправляются напрямую человеку. Как ты уже сказал, нет аккумуляции, сразу напрямую человеку уходит и все. Угу. Или же на карты, или на Сбербанковский счет, там, вернее, банковский счет, или же просто на систему, на какую-нибудь там, допустим, Perfect Money там, или Solis TrustPay, кому как нравится. Угу. Ну и давай подытожим, еще хотел так в оконцовке, чтобы уже конкретно добить. Подобный проект G1, G4 существует в Канаде уже более 11 лет. И человек, который наш русскоговорящий, не будем называть имя, сотрудничая с этим проектом, просто установил вообще рекорд в MLM. То есть за первый месяц работы в компании заработал 100 тысяч долларов. Вот. Но я думаю, в формуле денег это тоже реально сделать. Тем более проект еще как бы более доведен до ума. Вот, и у нас есть еще возможность, ну это еще один, да, как бы одна выгода, в будущем инвестировать деньги, ну тоже в хорошие как бы проекты. Да. Потому что здесь создатели компании и профессиональные инвесторы. Да, когда мы выходим из третьей последней матрицы золота голд, да? Угу. Это 30 тысяч долларов. 30 тысяч долларов. К слову, 30 тысяч долларов. У нас есть возможность принять участие в инвестиционных программах. Вот и все. И там человек решает, или ему принимать в этом участие, или просто он тупо забирает свою тридцатку и бежит радоваться. Жень, еще раз, вот покажи, пожалуйста, нажми «Моя команда», чтобы, ну, как бы люди тоже убедились, что у тебя всего два лично приглашенных. Да, у меня два лично приглашенных. Вот Ковтенков Дмитрий Алексеевич и Дорошенко Любовь Николаевна. Активные, да. Так. Есть еще один человек, но не активен. Открытые матрицы, это мы видели. Так, матрицы Сильвер, тоже покажи, пожалуйста. Матрицы Сильвер, вот я здесь уже на второй линии. Я у тебя там внизу иду, да? И еще покажи, пожалуйста, моя информация, где деньги заработаны. Вот она внизу, нижняя часть. Да, получено, да, 1, бери 4, отправлено. Вот, всего получено 13 500. Ну круто. Ну что, в оконцовке хочу сказать, присоединяйтесь в команду. Вот они, отправленные подарки, страницу уже. Супер. Ну что, тогда они уже полученные деньги на карманы и страченные. Понятно, да. Классно. К 8 марта хороший сделал себе подарок, да, и жене. Вот. Ну что, всем удачи тогда, да, присоединяйтесь в команду. Ссылка на нашу группу
не реферальная ссылка, прошу заметить, а ссылка на нашу группу «Золотая автоквалификация», она будет внизу этого видео. Вот, проходите регистрацию, то есть регистрация она бесплатная. После того, как вы увидите, что под вами уже есть два реферала, которые готовы проплатиться, то есть у вас будет возможность зайти уже в основной проект. Ну и, соответственно, вместе с нами зарабатывать деньги. То есть мы заинтересованы в том, чтобы каждый человек, который придет в нашу команду, заработал здесь деньги. Все, всем пока, всем удачи. Девушек, пользуюсь случаем с 8 марта. Пока-пока.